Сегодня Вера Бойцова Асачия получила денежную помощь – 5000 рублей. Эти средства, говорит женщина, очень кстати. Но все это не так важно, говорит она, по сравнению с тем, что даже спустя 20 лет ее сына помнят. Юрий Бойцов погиб в 92-м, спасая воинов 14-й армии. В мае 2012 года Юрию исполнилось бы только 43 года. И мой сын Юра вместе с другими дубосарскими ребятами бросились спасать воинов 14-й армии. Был очень большой и сильный бой. На этом месте погибло 12 ребят, в том числе и мой сын. Их долго не отдавали, никого не допускали. Пока только поздно вечером отдали ребят погибших опоновцы. И 22 мая, в день рождения моего сына, мне принесли сына домой. Таких историй много, и у каждого она своя. Сегодня один из тех редких дней, признаются вдовы и матери погибших, когда приходится вспоминать страшные события. Кто-то с потерей уже смирился, а кто-то и по сей день не сдерживает слез. В преддверии трагедии по поручению главы государства защитников и семьи погибших наградили медалями и вручили денежную помощь. Все эти 20 лет со дня Бандеровской трагедии республика наша переживала очень сложные времена. И не было ни одного дня, чтобы эта борьба за независимость прекращалась. А наша задача, чтобы мы сохранили память о тех героях, которые ценой своей жизни отстояли нашу независимость. Ордена «Трудовая слава», посмертный «За личное мужество», а также юбилейные медали «20 лет отражения вооруженной агрессии защитниками независимости ПМР». Вручать их защитникам и их близким будут 40 дней, ровно столько, сколько длилась и та война, отметил председатель правительства. Сюзанна Авакян, Светлана Клёц и Роман Лицуков. Первый республиканский.